В следующем мы продолжаем пройти игру по названию Fallen Angel, либо Падший Ангел. Так, мы открыли здесь проход, сейчас посмотрим, что здесь. Ту-ту-ту-ту. Петр, о, добро пожаловать к нам снова. Присаживайся, отдохни. Да, катись оно все. Опять крыша протекает, честное слово, понятия не имеет, что за... За что я плачу этим бездельникам? Не самому же мне лезть ее чинить. В мои-то годы. Да, кстати, оно все опять как так это было. Так, ну смотря, тут будет сколько? 4 NPC? Вряд ли. За столиком кто-то будет по-любому сидеть. Так, ну очередь магазин такой, более-менее. Крабов Омен. Так, все, на меня уже бегут. Подожди, я хочу одну вещь посмотреть. Сияющие пруды. Давайте я сюда сейчас схожу снова. И давайте тогда я сделаю таким образом. Если внизу там в натуре ничего. А чё он стреляет неровно? Ой, плевать. А не, хпшку терять полную нельзя. Ну, такое. Ладно. Это на вот таких мелких надо юзать. Блять, минус хпшка, минус 10 кристаллов. Загрузким. Очень-очень долгий загрузки. Готово. Ну, в принципе, слушайте, если тут хилка бесконечная, я могу сюда просто ходить, фармить хилку. А ведь в натуре. Пришел, взял хилку, ушел. А, так у них 4 хпшки. Ну видите, некоторые ваншотятся, потому что здесь нужно смотреть по кубикам. Чем кубик дальний, тем лучше. Для меня лучший вариант вот так делать. О, видите, этот ваншотнулся. Но эти, потому что они попали на жопу моего орудия. Готово. Так, священный разрыв. Божественный дар Рафаила. Черед подземных взрывов. Настоящая мощность. Тут.
Плюс еще 3 хилки можно взять. Так, чувачки, давайте все сюда. А ты что там, думаешь, я по тебе не попаду? Да, приятель. Так, давай я сначала в ту сторону посмотрю. Так, окей. Охуенно. Ну смотрите, ваншотит, потому что я говорю, нужно смотреть по квадратикам. Если враги попадают в огромный квадрат, то это сразу минус хуйва-туева. Оу. Ой, точно. А я забыл то, что у них много хп. Ну вот на вот этих вот можно фармиться. Если их не уйти, ничего лупасить, то нормально. Новое оружие дали. Но у меня есть вот эта пушка. Так, ну понятно, мне предлагают в ту сторону пойти, но мы пойдем сейчас вниз. Ну да, видите, он с автонафоткой. Он с автонаводкой, поэтому... Но это с другой стороны плохо. Так, вот этого нужно на мощный удар попасть. А, значит, пока... Я понял. Гамнюк. Готово. О, тихо. Давай. Это что было? Что-то я нихера не понял. Я не вижу, что я атакую. Это плохо. Да иди ты в очко. Ох ты ж, ё-моё. Воители.
Бац, ну короче, это типа арены. Как я могу понять? Я зязал. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Я успел, сука. Так, кто там остался? А, никто. Мне что там... Норм какой-то предмет дали, я смотрю. Какой-то меч. Нечистый мятеж. Очень несколькими поражающими элементами за ближней дистанции. При небольшой расстрельности расход 2 боеприпаса за выстрел. Типа дробовика. Меч духовный. 20 к урону при атаке в ближнем бою. Ну это имба. 20 урона. Ну хотя, да, вот эти... Понимаете, я бы не сказал, что они жесткие, потому что они просто атакуют тебя в полете. Они только приземляются, и все, они в ближнем никак не атакуют. Хиллеры жесткие. Пустошь. А сохраниться можно? Как сохраниться? Как мне сохраниться? Ладно. Ну, все равно, а что ты... Вестерленд. Пустырник какой-то. Ну да, ну да, ну да. Да, быстрее немножко убивают. Бац, 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 бац. Да, за 3 удара теперь. Но я хилок накуплю, блядь, хер знает сколько, потому что хилки мне нужны. А, подожди, у меня может только быть 3 хилки? Нет. Почему территория такая здоровая? Территория просто пиздец здоровая. Не, нифига. Я не веншочу. Орель. Как так? Какой-то мелкий таракан прокрался в мои владения. А что ты тут до сих пор делаешь? Зачем тебе эти жалкие клочок? Не пойми чего. Мне нравится, как ты тут все обустроила.
курит. Эти обгоревшие обломки отлично соответствуют тому, какая у тебя корявая и черная душа. Ты развращен не меньше моего. Я здесь, чтобы раз и навсегда с тобой покончить. Это ты виновен в этих разрушениях, предатель. Здешний край опален войной, которую ты развязал. И лишь совершив приговор над неверующими, благодаря мне, может быть союзник рай. Вау! А чё она вообще свалила? Что? Что происходит? Сука, лагает! Мой рай, единственная ошибка богов, была создана тебе. Близится конец нашему владычеству. Босс? Ни о чем. Присутствие архангелов утрачено. Темный сатана. Твоя гордыня, твое честолюбие. Долго ли выдержат они в лучах Божьего света? Эй-эй-эй! Что это было? Вы что, офигели? Я так сдохнуть мог. Вопрос, почему я не мог использовать свои способности? Вы мне это лучше скажите. Мне нравится, что здесь, видите, против битвы с боссом я могу хоть хер знает куда убегать. Но этот босс вообще какой-то был ни туда, ни сюда на самом деле. Так, стоп. Мне как-то много предметов дали. Благословение руна, божественный дар Уэрии. Руна, которая ставится на землю и через небольшое время взрывается. Перезарядка 6 секунд. После гибели врага дает на 2 секунды 50% уменьшения получаемого урона, надеюсь. Это и есть Урия вот это? Мне прикалывает то, что здесь можно хотя бы лазить, изучать вообще местность, окружение. Так, хочу проверить, как работает это. То, что я купил. Ну, не купил, получил. Честно, не очень. Вот это получше. Из-за того, что
мне не очень далеко надо подходить, и враг не успеет уйти с моего места. Я могу закончить, но с другой стороны я могу просто немножко пройти, посмотреть, что тут еще есть. Так, какая-то пустыня пошла. Не, давайте пустыню мы уже потом исследуем, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.